Вот я начинаю умываться. Вы когда представляете, что берете воду или песок, умываем, моем руки. С этой стороны, с этой стороны, с внешней, с внутренней, отсюда, 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 с внутренней стороны, отсюда. Потом мы делаем то, что называется попыхан. Попых – это хлопок. Так лучше запоминаются удары. То есть мы отсюда выходим. Руки. Намыть ее голову, помыли голову, это базовые движения. Потом сделали вот такие вот попыхи. Раз, сюда, 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 сюда. Потом можно делать базовые движения следующие. Раз, два, три. Сату, два, тигр. Сату, два, тигр. Сату, два, тигр. Если быстро, то вы делаете их так. Также дома, когда никого нет, вы одни, вы одеваете лапу. И вот это упражнение, индонезийское, вы можете делать по лапе таким образом, например. Так далее. Это можно делать с концентрацией. Но тут все зависит от вашей массы и от хорошей лапы. Да, например. Я не могу здесь сделать удар. Вот, Алексей, можно? Все. То есть единственное, что я не могу сделать, да, из этого арсенала, это удар, который ходит. Да, спасибо. Вот остальные все удары, в принципе, можно делать по лапе. Вот. Это значит подготовительное упражнение. И вот это движение, оно потом может переходить уже в другие движения. Базовый, который мы используем. Отсюда, отсюда выход. Удары. Вот, то есть, когда вы моете руки, вы приучаете держать их очень близко и сжато, не открываясь. То есть у вас защита именно получается для ближнего боя. Вот это вот защита затылка. То есть внезапно, если идет атака, я защищаю затылок. Локти у меня постоянно передо мной. Защищают линию ребер плавающих, печень и почки. Вот. И вот таким вот образом мы можем делать базовые движения, используемые в кунтао миндао салате.